Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, в эти дни, Смоленск и Смоленщина отмечают День города Смоленска, а именно День освобождения города Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. Это историческое событие состоялось 25 сентября 1943 года. Я поздравляю своих земляков с этой знаменательной датой, с этим знаменательным событием. С этим событием переломным в ходе Второй мировой войны. И желаю всем всех благ, мирного неба, благополучия. И дарю своим землякам эту вот песню, которая так и называется «Смоленск». Моя родина, отчий мой дом, удивительный сказочный город. Как шаломы над вещим Днепром, купола золотятся собора. Над крутыми холмами встают старой крепости башни седые, нерушимый грозный редут. Ключ к Москве и защитник России, мой Смоленск по себе разбежался холмам. Мой Смоленск, в нем уютно и радостно нам. Мой Смоленск, ты нам дорог, скажу не тая, и покуда ты есть, наша доблесть и честь будет жить и Россия моя. Хорошеешь ты день ото дня и растешь не по дням, по часам. Здесь бульвары и парки меня приобщают к своим чудесам. Стадионы и театры, дворцы нам свои открывают врата. Земляки мои чудотворцы, вами создан не город мечта. Мой Смоленск по себе разбежался холмам. Мой Смоленск, в нем уютно и радостно нам. Мой Смоленск, ты нам дорог, скажу не тая, и покуда ты есть, наша совесть и честь будет жить и Россия моя. И покуда ты есть, наша совесть и честь будет жить и Россия моя. Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска со своей песней «Смоленск», посвященной Дню освобождения города Смоленска от немецко-фашистских захватчиков 25 сентября 1943 года. Мира всем нам и благоденствия. Спасибо, всего доброго.